Честный депутат все-таки поддержал идею повышения пенсии, но пока только в соцсетях. Лайками и репостами. Яна! Яна, а який у мене пароль на Фейсбуці? День рождения ваш. Подожди, обычный день народження, чи той, коли мене той, за взятку взяли і потім оправдали? Тот, когда вас откачали от передозняка кокаїном. А, так то шостий, що ти запомнити не можеш? Так, то був 31-й. Егор Григорьевич, к вам ваш піар-менеджер. Ой, знову цей піар, господи. Що без нього не можна. Євгеній, душа моя, день добрий. Не добрий, Егор Григорьевич, не добрий. А що трапилось? Ви перестали общатися зі своїми збирателями в соцсетях. Я пароль забуваю. Я ж вам сказав, поставте какую-нибудь дату день рождения или другое важное событие для вас, и не парьтесь. Євгеній, душа моя, мене з цією владою тільки за останній рік було 6 значимих событий. И какое из них более значимое, я даже сам не знаю. Я вас понимаю, но вы должны регулярно твитить. Євген, дякую тобі, що ти переживаєш за мене. Дякую. Але все нормально, почки вже працюють. Я твітю так, що дай Бог кожному. Рад за вас. Но я по другому вопросу. По якому? Я по поводу отжимания. О! С чего треба було починать? Отжимания я люблю. Отжимания – то классная штука. Что будем на этот раз отжимать? Завод? Чи, может, фирму? Чи земельную делянку? Нет, я по поводу вашего отжимания. А что такое? А кто у меня что хочет отжать? Я ж зі всіма делюся. Да нет же, видео, на котором вы должны были отжаться 22 раза. Помните? Ой, помню. Вот его придется переснять. Не-не-не-не-не, ничего переснимать не надо, там нормально все, не надо. Егор Григорьевич, там видно, что вы отжались всего один раз, а потом видео зациклили. Что, сильно видно? Да, там мужик взад-вперед ходит на задних. Так а что такое бывает, людина что-то забыла и вернулась? 22 раза. Ну, може і... Слухай, яка різниця? Замітять, не замітять? Давай в інтернет його і мать його так. Та ви що, не можна таке викладувати в інтернет? Тим більше, у вас вже є один прокол. Який прокол? На крещення, коли ви вместо проруби нырнули в басейн на Шрі-Ланці. Та, ну ладно. Егор Григорьевич, придется отжаться. Слухай, ти мені от скажи чесно. Це МВФ нові вказівки прислав? Що, типа, дадим... Транш тільки після того, як ми тут будемо робити повний дебілізм. Ми і так багато робимо. Ну, що ти? Та ні ж, це із Америки прийшло. Знову ця Америка. З Америки краще пройшло 22 мільярди доларів. От тоді б в Кабміні не то, що віджиматися почали, а вони б там рандат флях сальта, 22 рази в день. Поймите, эта хрень про 22 раза очень важна для политики страны. Слушай, ну не обязательно же отжиматься 22 раза. Я могу покормить рыбок 22 раза. Егор Григорьевич, давайте отожмемся. Давайте. Слушай, ну а может двойника найдем? Нет. А компьютерная графика, это дуже дорого? Дорого и заметно будет. Слушай, может я просто денег дам? Все ваши уже отжались и отсчитались. Прямо все? Все. Вот я тебе за язык не тяну. Зараз я позвоню Колі. Коля, ні під одну владу не прогибався. Коля, здоровче. Слухай, а це 22 отжимання. Ти забив чи повівся? Отжимався? Руки боліли 22 дні? Нічого собі. 22 капельниці поставили? Боліло, а ти чув? Слухай, а серед наших є такі, хто не застав і відказався? Твой шеф? От глиба, а? От зараз ще більше його зауважав. І що було? В Київ визвали. А що потім? Дупа боліла 22 дні? Поняв, Коля, я передзвоню. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну що, приступим? Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Ну я же не могу так без разминки. Так, подожди. Вот, раз, это вот. Слухай, а давай я вот так до стенки стану, а ты камеру, как будто она лежит, вот так вот. И я такой, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, а? А как вы объясните людям, что у вас портрет президента на полу лежит? Что ты придираешься? Ой, господи, ладно, вот тут стой, вот тут стой и снимай. Все, зараз буде. Включай, ага. Я, губернатор Єгор Григорович Крутоголов, приймаю челендж і зараз відіжмуся 22 рази. Раз, два, три, чотири, п'ять. Та ти що ти звідсіля знімаєш? Я тобі сказав, отам стоять. Ну що ти? Єгор Григорович, треба так, щоб вас видно було. Коли буде видно, тоді буде стидно. Не треба, не треба це знімати. Давайте вы здесь лучше отожметесь. Давайте, давайте, давайте. Ну, а вот, допустим, я отжался. Допустим. А кому его передавать? Ну, как кому? Всем, кому угодно. Сейчас все отжимаются. Ага, все. Даже винницкие. Ну, да. Вообще авторитетов не осталось. Готов? Да. Слухай, а что ты думаешь насчет моего фото, как я отжимаюсь? Ну и как люди поймут, что вы отжались 22 раза? А мы фотку запустим 22 раза, оно как мультик получится. Нет, надо видео, давайте. Ё-моё. Так, все, включив, точно? Да. А, сколько раз было? Один. Блин, по ощущениям 35. Не, вниз не сложно. А вот вверх, конечно, не очень. О, слухай. А ну давай, иди сюда. А ну сюда, лягай. Зачем? Лягай. Давай. Вот то представь себе, как будто камера внизу лежит, а я над нею такой отжимаюсь, да? А ты меня снизу подштолхуешь, понял? Как я вас подталкивать буду? У меня в руках камера. Ногами! Давай, снимай шкарпетки. Шишо вон это вот это. Все? Готов? Давай, упирайся. Снимаю. Я губернатор Егор Григорович Крутоголов. Я приймаю челлендж. И раз! Давай! Егор, я что, уволена? Яна, это не то, что ты подумала. Это челлендж. Я бы тоже смогла этот челлендж. Я что, безрукая? Ян, господи. Ой. Не, все. Давай без отжиманий, ну его нафиг. Ой. Хорошо. Давайте запустим социальный ролик, шо? В котором вы в одиночку уберете снежную дорогу. Так. Как вам такое? А что, так и можно показывать? Да, это сейчас очень актуально. К тому же, мало кто может это повторить. Да ладно, я таких любителей, знаешь, сколько знаю. Ну ладно, если так оно можно, то пожалуйста. Да, белые дороги. А что вы делаете? Стали мои ноги все белые дороги. Юрий Юрьевич, что вы делаете? Что, собираюсь убрать снежную дорогу самостоятельно? Или могу разделить на двоих? Да я имел в виду лопатой. Ты что, лопата? Я тут чайную ложечку попробовал. Так мне самого так убрало, что почки только вчера включились. Так что, ты будешь, чи не? Уберите ты немедленно. Начали.
Я починаю цей «Іди в дупу» челендж і починаю зі свого піар-директора. Хорошо, хорошо. Другой челлендж. Как вам такой челлендж? Stuff your mouth. Что за... Закрой свой рот. Да ты сам закрой свой рот, дубина. Челлендж так называется. Надо чем-то набить рот и с полным ртом передать эстафету своему другу. Слушай, давай я краще Яну позову. Яна, ходь сюда, у нее и краще получится. Яна. Да какая Яна? Что, не? Вы должны в кадре. А Яна, Яна, отбой. Яна, ходь сюда. Яна, отбой. Ходь сюда, отбой, ходь сюда, отбой. Прикинь, что там зараз в приемной творится. Пока мы с вами ерундой маялись, вам еще один челлендж прислали. Який там? Вот, смотрите, пожалуйста. Значит, я, Иваница Олег Петрович, официально заявляю, что больше взяток не беру. И передаю эту эстафету Егору Григорьевичу. Ну ж як, якщо я прізвище не почув, значить я челлендж не прийняв, правильно? Ну то як з повісткою з воєнкомату, якщо лично в руки не дали, то звиняйте, бананів немає. Ну другі ж увидять, це ж інтернет. Точно, ё-моё, а ну давай, вони там в НАБУ вообще с ума посходили. Так, а ну давай, челлендж-ответка. Я почув челлендж від Олега Петровича і в свою чергу передаю на нього компромат. Однажды, 3 числа, в сауне, значит, Дионис и Афродита. Олег Петрович! Егорыч! Что? Зачем вам такой пиар, скажите? Точно, точно, не надо. Давайте лучше какой-нибудь свой челлендж запустим. Я кто? К примеру, недавно был такой челлендж. Называется «Манекен». Так. Все замирали в героической позе, ага, и какое-то время стояли. Так, это ж бомба! Вот это я могу. В героической позе? Да. Ага, давай, снимай. Давайте. Ага. Я починаю запускать новый челлендж. Все запустил? Вот, а то не челлендж, то челленджер. О, так и не долетел до этих слоев атмосферы. Открой окна. Ой. А вы не можете какой-то нормальный челлендж запустить, а? Да что, этот такой был нормальный? Да какой-нибудь благотворительный. Перечислить деньги в какой-нибудь фонд и передать эту эстафету своему другу. Идея классная. Ну давай, чтобы денег не надо было платить. Давай. А тогда обливалки, брызгалки. О, так а у меня же есть то, как я там холодной водой обливался. Ты что, не запустил его в интернет? Конечно нет, такое нельзя людям показывать. Надо же было в трусах обливаться. А что, сильно видно, что без трусов, да? Ну, до холодной воды сильно, а потом не очень. Слухай, давай вот до холодной воды отрежем и в интернет. Мне там стыдаться нема чему. Егор Григорьевич, если вы сейчас не выполните какой-то челлендж, вас могут уволить. Что значит уволить? Я, между прочим, губернатор. И в мои губернаторские обовязки не входят ваши челленджи. Да поймите, сейчас время такое. Если вы не будете исполнять свои обязанности, ничего страшного. А вот если вы не будете участвовать в челленджах, це вже сусильно зрада. Не-не-не, нам такого не надо. Так, ну если моему народу надо, чтобы я занялся какой-то фигней, я це зроблю. Зараз ми запишемо сразу несколько челленджей. Ух ти. Давай, сейчас. Небольшая разминка. Stop your mouth! Два. Три. Отжимания! Раз, два, три, четыре, пять! Записал? Вызывай швидку! Егор Григорьевич, у меня память в телефоне закончилась.
Тоді визивай швидку для себе, ти!